Я хотел бы вас поприветствовать от лица администрации центрального округа. Надеюсь на то, что вы там действительно поработаете очень серьезно, пообщаетесь, поближе познакомитесь. У вас есть два условия, которые вы должны обязательно выполнять. Вы должны представить, что вы все единая команда, единый организм. Выполняйте все задания максимально быстро, но безопасно и молча. Как ты хотел?